Всем привет, друзья! Я приобрела орехнин вчера. Он сделан на Шри-Ланке. Необходим он для чего? Для выращивания рассады, цветов комнатных, для стимулирования развития корневой системы у черенков, для нейтрализации патогенной микрофлоры. И также можно использовать как мульчу. Почитала, полистала в интернете, поняла, что я должна тоже промыть его. Почему промыть? Потому что в нем как минимум содержатся вещества, которые производитель добавил в состав субстрата для лучшей транспортировки и хранения. В частности, это соли. Соли нам не нужны. Натрий хлорид нам не нужен. Поэтому я решила его промыть. Промыла я его дважды. Первый раз еще как-то, да, было как-то коричневенько. Второй раз шла уже чистая вода, я посчитала, что этого достаточно. По окончании промывки я получила 2 литра замечательного субстрата, не 4, как обещает производитель. Но, тем не менее, он замечательный. Спасибо за просмотр, лайк и подписку. Задайте мне свои вопросы, я с удовольствием отвечу.